Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил молодежный форум Приволжского федерального округа «Иволга-2013», который проходил в Самарской области. Проект реализуется по инициативе и при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича. В нем приняла участие и делегация из нашей республики. В форуме «Иволга» приняли участие порядка 2000 студентов из 14 российских регионов. Юноши и девушки представляли свои инновационные и социальные проекты в рамках образовательных смен, технология добра, фитнес-смена «Беги за мной», информационный поток, строительство и ЖКХ, инновации и техническое творчество, политика, ты предприниматель, арт-квадрат. Глава Чувашии Михаил Игнатьев познакомился с работой форума, пообщался с делегацией из Чувашии, вместе с ребятами поболел за участницу конкурса «Мисс Иволга-2013» студентку ЧГУ Светлану Алексееву, которая в итоге и стала победительницей.